Ну, она как наверх и потом так пойдет и до конца доходит. Вот этот пакет нужен? Что это за пакет? Родители нас оставили. Говорят, идите пешком, надоели. Давай. Телефон. Солнце. Телефон. Надеюсь, мы придем до дома живые. Я думала, что мы сейчас будем идти по темени какой-то. В принципе, достаточно освещаемая улочка. Это мы сейчас идем из центра Святивласа в Этера 2. Обзор вам сделаю чуть позже. Днем красивенько. Вот так вот. Даже магазинчики открыты. Вот людей много. Здесь хоть и дорога, но здесь пешеходная улица, типа, считается. С ней ездит машина. Попкорн. Куда? Сумки. Здесь? В рюкзаке. Много всего продается. Интересно, до скольки они работают? А вот уже сворачивается, да. Но здесь уже что-то темень какая-то начинается. А вот, кстати, машина. Что, уже все не пешеходное, что ли? Ну, это, наверное, по магазину сворачивает. Ну да, все закрывается уже. Ну, короче, на часах 11 часов, грубо говоря. Поэтому... А это еще что такое? Прикольно. Ничего себе, я ни разу такого не видела. Ну, комната конкретно в магазине. Так, кафешечки. Уютненький. Ну, если бы подметали вот здесь еще, было бы уютненько, мороженое напитки. Такое. А это, короче, напитки такие. Ой, смотрите, какие у них цвета яркие. Это со льдом напитки. С колотым льдом. Да, брат, это будет. А, вот есть мороженое, с которым фоткаются. Почему? Так, куда нам дальше идти? Надо. Найди путь домой, да? Найду сейчас путь домой. Как говорится, твой город, страна. Твой город, твоя страна, говорю. Ну вот тут уже дорога. Ну вообще, да, ориентироваться, если по главной дороге можно точно дойти до дома. Она рядом с главной дорогой получается. Булочка не запал. Домой придем, там тоже булочка будет пахнуть. Можно спуститься, чтобы не пожалеть. Что, пропустят, нет? Рискнем? Так, супермаркет. Что, мы вдоль дороги пойдем или пойдем так? Нет, куда? Здесь супермаркет со стручками, со столовкой какой-то, походу. 24/7. Так, это мы в какой комплекс спускаемся? Или не в какой? Мы не в комплекс, просто по дороге. Барбершоп. Сейчас, может, рейнджер бахнем. О! Хочешь? Да. Сюда. Вы этого не слышали. Что-то тут темно уже. Вообще
вообще не ощущается. Хера. Хорошо, время вышло. Так, тут лодочка заброшенная. Сейчас отлив просто. Вот вас освещается более-менее еще. Бол-менее? Тут ничего интересного вообще. Вот какой-то комплекс красивенький. Вот что-то красивенькое. Байк. Бочини. Сипочини. Так, мы до чего-то доходим. Кофе-автомат. Давайте ценник посмотрим, раз уж мы тут. У них, кстати, популярная лаваца. Кофе. Так, давайте капучино. 80 статинок. Солнце сколько это? 30 рублей. Капучино. А макачино там, ну, 32 рубля, грубо говоря. Кафе. Это, наверное, типа а-ля американо. Ну, где-то 25, да. Ой. Ну все, уходим, короче. Ладно, он что-то зашумел. Да, мы идем по дорожке. Тут так хорошо, спокойно. Господи, только сказала, что так спокойно. Давайте посмотрим болгарские тачки. Toyota Camry. Hyundai. Не знаю, что за машина. Chevrolet. Все? Вы видите этот прицеп? Вот нам такой нужно было брать, когда мы уезжали из России. Тогда бы все поместилось точно. Все, что хотели взять. А может, оно и к лучшему. Вот, есть такое классное место. Локация. Да здесь можно пофоткаться. Фотосессию строить. Вот кто-то бутылку, блин, оставил. Заразы. Церковь. Церковь. Что, спать хочешь, что ли? Mm-hmm. Хорошая привычка, кстати. А что-то мы не туда пошли, нам туда надо было вниз. Да? Так, проходим мимо одного комплекса какого-то. Карма настигла. Хрю. Так, вот это вид мне нравится. Вот это детский бассейн. Сейчас так бум, в бассейн упала. Ой, вообще, картинка классная. Вот, значит, здесь взрослый бассейн. Ну, в принципе, это, кстати, нормальный, хороший, большой бассейн. А в Этере 2 он вообще маленький, я вот там засниму. Вот так вот тут. Тут везде шезлонги бесплатные, не знаю, видно вам, нет. Ну, днем тут вообще миленько. Здесь кафешечка. Вот так вот надо проходить мимо кафешечки. Заходишь. Здесь такие классные места. Можно здесь расположиться на лавочках. Можно чуть ниже. Я не помню, вниз, наверное, где надо идти. Можно вот здесь вот. Так вот люди сидят, отдыхают на побережье. А можно мимо пройти? Как мы. Вот так вот такими путями мы обходим. Ну да. Все, я ухожу в темень.
А тут еще такой классный комплекс с бассейном. Здесь не видно, вот детский, а вон взрослый. Ну тут все бассейны хлорированы. Вот лесенка. Так. Ну вот, мы приближаемся к этой 2. Здесь есть очень прикольный ресторанчик. Вот здесь уже море видно. И вот он так вот стоит на бережку моря. Он мне так нравится. По стилю внутри и снаружи. Такой миленький. Я обязательно выпью там бокальчик шампанского вон за тем столиком. И вот такое у него продолжение. Здесь есть там бассейн. Сейчас еще немножко темени и выходим к нам в комплекс. Ну что? Мы пришли. Очень серьезный спуск. Хаба! Заходим. А куда? Сюда, не куда? Туда? На берег. Плохо видно, конечно. Слышим звуки бассейна. Это фото не снимает. Угу. Такой подъемчик, его не видно на видео. Здесь йога. Здесь преподают йогу каждый день. Вот бассейн. Такой вот ресторанчик. Мы запыханные поднимаемся. Вот наш бассейн. Вот так вот красивенько тут. И вот напротив наша дверь. Все. Всем пока, спокойной ночи. Мы дошли. Ну, мы еще чуть-чуть посидели, покайфовали на море, посмотрели. Все, peace, green peace.